Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Тут в основном мелкие кра... и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Эй, ты! Это тебя прозывают Довокин? Никто не клюнет на твое вранье. Истинный драконорожденный уже идет. Ты лишь тень его. Когда объявится лорд Мирак, все присягнут ему. Никто не смеет ему противостоять. Пора умирать. А ты еще открой. Что тебе нужно, мой Тан?
Что теперь? Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Если тебе нужно на Солстейн, тебе не повезло. Я туда больше не хожу. Ну да, я. А что? Кто тебя послал? Так. Я тут ни при чем. Откуда мне было знать, что они на кого-то нападут? Я даже не знаю, как сам тут оказался. Трудно объяснить. Помню, как на борт поднялись люди в масках. А следующее, что помню, я здесь, а их нет. Ни один день из жизни выпал. Недоброе это что-то. Тут и так что-то странное творилось. Но после этого... Хватит с меня. Не поплыву больше на Солстейн. Ты что, меня не слушаешь? Я туда не пойду. Ну, если так, надо же мне на что-то жить. Ладно, отплываем сейчас же. Ну вот, мы на месте. Это Воронья скала. Не могу сказать, что шибко рад ее видеть. Удачи! Может, ты сумеешь выяснить, что тут происходит? Знаю, значит, ты впервые в Вороньей скале. Объясни, зачем ты здесь, чужак? Мирак, я не уверен. Главное, запомни, Воронья скала – суверенная территория дома Редоран. Это Моровинд, а не Скайрим. И пока ты здесь, изволь подчиняться нашим законам. Есть вопросы? Я не уверен.
Могу поклясться, что знаю это имя, только не помню откуда. Вряд ли. Я не... Мне кажется, это имя имеет какое-то отношение к камню земли. Но я точно не знаю, какое. Помни, мы следим за тобой. Ял, а я уж начал думать, куда ты подевался. Ты весьма отличаешься от остальных. По крайней мере, в плане состояния ума. Очень интересно. Могу я спросить, что ты здесь делаешь? Здесь мы вспомним. Мирак, Мирак. Звучит знакомо, но я не могу вспомнить. О, минутку, вспомнил. Правда, толку от этого мало. Мирак мертв уже тысячи лет. Не знаю, но это забавно, правда? Возможно, это как-то связано с тем, что здесь происходит. Весьма неожиданная вещь. Боюсь, я вряд ли могу ответить на твои вопросы. Однако ближе к центру острова есть развалины старого храма Мирака. На твоем месте я бы туда заглянул. Глаза наши были слепы. Зайдем в дом или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Мы прозреем. Что теперь? Есть что-то хорошее? Если ты считаешь, что это поможет.
наши были пусты. Ныне он даст им дело. И тогда весь мир услышит. И тогда весь мир увидит. Ты? Что привело тебя сюда? Зачем ты здесь? Я Фрей из племени Скалы. Я здесь, чтобы спасти мой народ. Или отомстить за него. Я и сама не знаю. Что-то завладело разумом большинства жителей Солстейма. И они, забыв себя, трудятся над этими ужасными сооружениями, которые осквернили камни. Осквернили саму землю. Мой отец Торн, наш шаман, говорит, что на Солстейн вернулся Мирак. Но это невозможно. В таком случае у нас двоих есть причина разобраться в этом деле до конца. Ну пошли. Больше мне тут нечего делать. Камню, дерево и моим друзьям пока ничем не помочь. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Кто-нибудь есть? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Ну что, теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. Прежде чем продвигаться дальше в храм, нужно проверить, нет ли в этих комнатах чего-нибудь полезного. Делай то, что нужно. Как скажешь, что пора, я последую за... Ой. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, я не могу подвести мой народ. Мы должны выяснить, что здесь делается. Должны быть осторожны в этих руинах. Повсюду могут быть ловушки, и, скорее всего, немало.
Это крепость Мирака. Он шел к власти и хотел защитить себя. Я даже думать боюсь о том, что здесь происходило. Кто были те несчастные, кого запирали в этих клетках? Какие? Выход подстрекал их Мирак. Делал он это по приказу дракона или по собственному желанию? Погляди-ка туда. Кажется, я что-то вижу.
гораздо больше шансов пробраться через все эти ловушки, чем у меня. Уверена, что ты меня подключает клинки. Я пока стану здесь. Будем надеяться, что это последняя из ловушек.
глубоко. Смотри, в оба. Мне говорили, что сила Мирака была велика. Но построить такой огромный храм теперь уже, наверное, недалеко. Я нутром чувствую. Я слышала, что Мирак выступил против культа дракона. Но вы так не расстались его так. Что-то не так. Приготовься. Тупик? Невероятно. Должно быть что-то еще. Посмотри вокруг. Я дам знать, если найду что-нибудь в обеденном зале. Интересно, есть здесь какие-нибудь упоминания об истории Мирака? Ничего, кроме испорченных книг. Не узнаю этой скульптуры. Мы уже прошли мимо нескольких. Но чем дальше мы заходим,
затем чай, зловещая тишина. Боюсь, нет никаких оснований надеяться, что и дальше так будет. Будь начеку. Действует какая-то темная магия. Готовься. Эта книга. Что-то с ней не так. Скоро настанет час, когда... Так от твоей руки пал Алдуин. Отлично. Я и сам бы мог убить его тогда, когда еще бродил по земле. Но я решил пойти другим путем. Ты даже не представляешь себе, какими силами на самом деле вы.
ею драконно-рожденный. А это царство тебе не по зубам. У тебя здесь нет власти. И Солстейм тоже скоро будет моим. Это только вопрос времени. Я уже полностью контролирую разум его жизни. Скоро они закончат строить мне храм. И я, наконец, вернусь домой. Отправьте его туда, откуда он пришел. Он может подождать моего прибытия вместе со всеми остальными обитателями Тамриэля. Что это с тобой было? Книга у тебя в руках, а потом вдруг было такое ощущение, что на самом деле тебя здесь нет. Я видела тебя и одновременно видела сквозь тебя. Где? Где он? Мы можем добраться до него. Убить его. Но это же очень опасно. Надо вернуться в деревню и рассказать все моему отцу. Может быть, Сторн поймет, в чем тут дело. Идем. Вон там, кажется, выход. Видишь этот зеленый свет? Он идет от камня ветра. Там мой народ работает против своей воли. Их нужно освободить. То, что мы вспоминаем. Прямо перед нами. Сторн использовал магию, чтобы построить вокруг нее барьер и защитить немногих оставшихся. То, что барьер я еще стоит, не любитель солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Надежда. Фрейя, какие вести ты принесла? Есть ли способ освободить наш народ? Это, наверное, это самое чудесное, скорее всего. Но я привела того, кому было явлено видение. Он подтвердил, что за страданиями нашего народа стоит Мира. Этого я и боялся. Но как же это возможно? Столько времени прошло. Боюсь, что мы слишком многого не знаем. Расскажи Сторну, что произошло. Так значит, у тебя были видения, да? Моя магия слабеет.
а вместе с ней и барьер вокруг нашей деревни. Времени мало. Расскажи мне все, что знаешь. Откуда ты это знаешь? В легендах говорится об этом месте. Об ужасных битвах, которые разыгрались вокруг храма. О том, что драконы в ярости сожгли его дотла. Говорится еще, что под развалинами погребено нечто похуже драконов. Трудно поверить, но если это правда, это значит, что произошло то, чего я боялся. На самом деле Мирак никуда не исчезал, и теперь он вернулся. Если тебе удалось попасть в то место и увидеть его, ты как и Мирак. Ты из драконорожденных? Значит, возможно, вы с ним как-то связаны. Старые легенды говорят, что он тоже был драконорожденным. Я и сам не знаю. Возможно, это значит, что в твоих силах спасти нас. Но возможно также, что ты приблизишь наш конец. Наше время на исходе. Те немногие, кто еще не потерял контроль над собой, вряд ли еще долго смогут сопротивляться. Тебе следует отправиться к заставе Сиринга. Узнай там слово, которое Мирак узнал давным-давно, и используй это знание у Камня Ветра. Возможно, ты сумеешь ослабить его хватку и освободить наших людей из-под его контроля. Пусть тебя... Итак, у меня снова гость, ищущий знаний. Я Хермеус Мора, властитель судеб и повелитель тайн. А это Апокриф, место, где собраны все знания. Возможно, у тебя хватит ума раскрыть многочисленные секреты, хранящиеся здесь. Если так, добро пожаловать. Возможно, тобой движет глупость или трусость. В таком случае ты в опасности. Прочти книгу снова и беги, покуда Апокриф не завладел тобой.